Всем привет и добро пожаловать на мой канал. И сегодня у нас с вами вторая часть, где мы разбираем с вами уходовую косметику. Я буквально только что выкладывала фотографию в Инстаграм, и, конечно, у вас такая интересная реакция. Кто-то пишет, офигеть, кто пишет, зачем тебе столько кремов? Но здесь же не только кремы, на фотке же видно, что здесь уход за всем телом и лицом, мне кажется, и волосами, это нормально. Да, из первого видео еще, кстати, я исключила вот эту жидкость для линз. Я увидела, что, оказывается, месяц назад срок годности у нее вышел. Убираем. Дальше. Яичные биошампуни. Один это из Fix Price. Кстати, обалденный шампунь. Я просто его обожаю. И у меня их два. Один купила я, другой купила мама. Но шампуни не испортятся. Ничего с ними не станет. Срок годности позволяет. Остаются оба, потому что уж очень они мне... нравятся, также мне нравится и аромат прикольный, такой классный, знаете, и очищают волосы, и волосы пушистые, такие, ну, как не пушистые, рассыпчатые, живые, классные. Блеск и кефирный биошампунь абсолютно такой же, тоже и аромат потрясающий, запаха кефира нет, просто супер, они такие жиденькие, я и своих собачат купаю, и свои волосы мою, обожаю. Ойромере, я не знаю до сих пор, как читать, правильно, вот эту фирму, это шампунь с маслом Нима, с Нимом, вернее, не с маслом, а с Нимом, абсолютно он натуральный, здесь ни сульфатов, ни парабенов, мне так нравится, когда пишут глютен-фри, слушайте, глютен это пшеница, да, насколько я знаю, причем здесь шампунь, что его нет, любят то ли везде это слово добавлять, ну, в общем-то. СЛС, ничего нет, шампунь натуральный, у него очень ядреный аромат именно Нима, действительно, и я люблю его использовать, когда делаю что-то такое прям, знаете, лечебное, там масла смываю, у меня какие-то маски были, тогда использую его, но, в общем-то, вряд ли повторю, не очень он мне нравится. Самый-самый мой любимый гель для душа, вернее, масло для душа. Это фирма у нас L'Occitane. И я вам показывала, я покупаю рефилы на 500 мл. И потом один у меня вот такой стоит в ванной. То есть есть бутылек, я добавляю. И потом чуть позже покажу в другом совершенно углу. Один беру с собой в спортзал в удобном... дозаторе. Дальше у меня здесь для линз была вот такая жидкость. Выкидываю, думаю, срок годности вышел. Потом старые лежат у меня тоже с давнишних моих видео. Какао-порошок. Надо купить новый, это выкидываю. То же самое горчичного порошка. Думаю, что надо выкинуть, давно лежит, лучше купить новый. Теперь здесь у меня корень лопуха. С ним у меня ничего абсолютно, я так думаю, что не стало. Сейчас я посмотрю, сколько срок годности. Хотя вы знаете, срок годности написано 24 месяца, блин, а он у меня 13 года. Наверное же все ему. Значит, эффекта не будет. Придется выкинуть, наверное. Хотя мне жалко, если честно. Надо у мамы спросить. Я просто волосы ополаскиваю им. Я думаю, что ничего не будет. А может будет. Нет, ничего не будет, оставлю. Быстренько сейчас его буду использовать. Делаю, варю. Вернее, в кипяток добавляю вот эти вот этот измельченный корень лопуха. И потом ополаскиваю волосы. Волосы становятся гуще, объемнее. И такие прям пушистые. Блеск нереальный. Очень-очень укрепляющий эффект у этих средств. Люблю. Ну, оставлю. Жаба что-то душит. Хотя это дешевое средство, надо бы выкинуть. Ромашка для тех же целей, для волос использовала. Сейчас посмотрю. Они у меня просто давно лежат на сроке годности. Но ромашку я выкину. Ромашку выкину, как бы мне она и не нужна. И срок годности. Череда тоже для волос. О, череда со сроком годности еще все в порядке. Остается. Тоже делаю настой, ополаскиваю волосы. Крапива, выкидываю, прям прошел давно-давно срок годности уже, вот зачем у меня это все лежит, это у меня, вот хоть переберу, вот знаете, вот так вот лежит, я вам советую, вот вытащите все, что у вас есть, касающееся какого-то сегмента, и переберите, уходит в мусорку, потому что так по отдельности лежит-лежит и лежит. Для ног срок годности тоже вышел. Кора дуба брала для того, чтобы запах пота убирать. Делаете настой и ножки там держите. Надо купить новый и снова этим заняться. Давайте смотреть, что у меня с глиной. У меня разные виды глины.
Дата изготовления у меня вижу, а срок годности сколько нужно считать? Сейчас я посмотрю. Ох, не вижу я. Просто изготовлено все же в 2012 году. Будет ли с ней что-то или нет, я не знаю. Срок годности 24 месяца. Выкидываю. А, сыпется. Выкидываю. А вот эту недавно всем покупала. Вот это остается до 18 года. Все, что просроченное. Зачем я буду это на свое лицо? Не просто так же, я понимаю, что это глина. Но эти же сроки для чего-то здесь находятся. Поэтому выкидываю это все. Потом, вообще так расстроена, биобьюти тоник. Я делала, заваривала. Здесь все есть такие пакетики. Я их заваривала и потом разливала по формочкам и умывалась в холодильник, то есть лед такой у меня был, и умывалась. Но я профукала, забыла про него, и срок годности у меня вышел, тоже выкидываю. Ох, как мне нравится, сколько всего у меня уходит. Так, поехали дальше. Следующее, что я сейчас активно использую, нужно доиспользовать, это органовое масло. Такая здесь какая-то пипетка, неудобная упаковка, все течет, все липнет, грязная вечная упаковка. Здесь осталось совсем у меня немножечко, и я использую на шею зону декольте это масло. Потом давайте пройдемся по маслам. Потом у меня, дотянуться бы, миндальное масло осталось совсем немножко, да, использую. Это базовое масло, масло виноградных косточек, потом у меня вот, переливаю, как правило, тоже все липнет. Блин, вот на пол положила, уже шерсть какая-то налипла. Здесь просто более удобный дозатор, переливаю сюда, он, правда, вот так вот пачкается, но когда переливаете, нужно на него нажимать. Я это все, конечно, сейчас еще протру заодно, поэтому люблю такие разборы, ты все протираешь. И пошли уже, я вам про видео про борьбу с целлюлитом рассказывала, про эфирные масла различные для этой цели и не только. Эфирное масло апельсина, и в ванну добавляю просто, и аромалампу, и вот в эти смеси масло лимона, корицы, лаванды люблю просто в аромалампу. Чайного дерева подсушивают прыщички, вот у меня два вида, разницы между ними особо не вижу, от Аурокация и от Now Foods. Масло грейпфрута. Масло бергамота, масло корицы, кстати, очень хорошо от головных болей помогает, на височную зону прям втираете и за ушками, очень-очень хорошо помогает, и в антицеллюлитные различные масла, то есть смесь масел тоже здорово, потом розмарин, и вот это, кстати, от аромашки, сейчас просто час ночи, смесь эфирных масел, и эта концентрация внимания, я когда болела, вообще это у меня лежит в сумочке, во-первых, когда я болела, я просто открывала и нюхала, это такой бодрящий какой-то, даже немножечко хвойный аромат, хотя здесь грейпфрут, лемонграсс, мята и пихта, вот пихта дает сильный такой аромат. Так бодрит, и на самом деле вот на работе просто у меня в сумочке, я открываю, и мне очень нравится. Бывает, под носик даже немножко намажу, или вот просто так нюхаю, когда болела, нос прям вот заложен, нюхаю, все помогает, очень-очень мне понравилось. Потом масло Бэй, одно у меня открыто в использовании, другое про запас. Сейчас, я помню, это масло я брала по 200 рублей, потом по 400, сейчас 1000 с чем-то стоит, но мне со сроками сейчас посмотрю, уже все в порядке. Так, здесь в порядке, и на другом тоже все в порядке. Поэтому, слава богу, что у меня есть запас этого масла. Это очень-очень меня радует. Ну и эфирки нужно, конечно, побыстрее тоже использовать, чтобы ни в коем случае никакие сроки здесь не прошли. Потом у меня всегда есть календулы на стойке. Годен до 17 сентября. И апреля все нормально. Ой, не апреля, а хотела быстро сказать августа. Лицо протираю, касторовое масло, срок годности прошел, выкидываем. Борная кислота, срок годности нормальный, тоже лицо не иногда протираю. Следующее, скраб для ног, это еще новенький лежит про запас, мой самый любимый от Faberlic, естественно, остается. Маска
Федерика от Фаберлик. Говорила сначала, что не поняла и купила новое. Еще ни разу не пользовалась. Вот она у меня лежит. Нужно начать ее использовать. Мне она понравилась при постоянном именно использовании, как действует. Потом бриллиантовая сыворотка. Это опять-таки в серию антицеллюлитных различных средств. Кстати, я не посмотрела на их срок действия. Они у меня лежат год, и со сроком года... Ой, как раз осталось совсем немножко. Что успею, добью, что нет, потом покажу вам, что буду выкидывать. Шиммер вот такой вот для тела от Faberlic. Ну, вы знаете, такой он. Конечно, на вечер куда-нибудь будет интересно, в принципе, но мне больше нравится золотой, как на ножках смотрится. Это вот такой вот для тела оставлю. Люблю всякие блестечки от Faberlic. Это у нас что? Это... Маска детокс, кажется. Да, активная детоксикация клеток. Маска детокс. Да, я ею пользуюсь периодически. В принципе, она мне нравится, потому что ее нужно именно такую на хорошо очищенную кожу наносить. И после нее кожа тоже такая сияющая какая-то, что ли. За счет этого мне она нравится. Так, давайте быстренько пробежимся по коробочкам и покажу вам дальше еще куча всего, естественно. Это коробочки, которые у меня лежат просто в шкафу. И опять-таки я храню это все вот таким вот образом. Закрыты коробки и друг на друге лежат, чтобы много места не занимать. Здесь у меня все для волос. Сейчас кое-что отсюда буду вытаскивать, чтобы брать с собой. Здесь у меня почти все из коробочек красоты. Джон Фрида шампунь, от Велла серия шампунь-маска, от Клоран, от Лонды, от опять Клоран, Шварцкоп-маска. Вот это обалденная маска, мне она очень нравится. От Шварцкоп, и нужно ее вытащить, использовать не здесь, кстати, хранить, а реально нужно ее вытащить. Прям суперская маска, и сейчас я ее отсюда вытащу, чтобы ее перенести в ванную. Конечно, пробников слишком много, я на тот момент и путешествовала много, но как бы это все нужно использовать побыстрее, потому что, опять-таки, у всего есть срок годности. Очень мне нравится также от Шварцкоп вот эта маска, советую к ней присмотреться, особенно тем, у кого окрашенные волосы. Ну и много у меня здесь от Виши, многие хвалили, наверное, вот и возьму с собой от Виши, от Лонды, такие тоже пробнички. Сейчас буду думать, что из этого... выберу, пока убираем в сторонку. Следующее. Здесь у меня все, что касается тела, различные такие миниатюрки. Давайте, наверное, я, чтобы было так получше, приближу даже чуть-чуть. Что у меня здесь? Это гель какой-то тоже. Это все было из коробочки красоты. Гель для интимной гигиены. Это миниатюрка крема для рук от Neutrogena. Кстати, его я не пробовала. Потом вот это обязательно поедет со мной. Специально лежала для следующего путешествия. Очень хорошо снимает усталость с ног. Вот это от Clarins. Потом тоже, наверное, поедет со мной с ароматом очень приятный гель для душа Hugo Boss. Очень-очень мне понравился аромат. Потом от Caudalie вот такой вот гель для душа. Миниатюрки кремов для рук. Три от L'Occitane, один от Caudalie. Всегда беру с собой, прям в карман куда-нибудь. Вот это я сейчас вытащу, использую, чтобы уже выкинуть от Clarins. Не поняла я вот эту водичку парфюмированную тоже такую. Крем для тела, остаточки, мой самый любимый от Джон Фрида. Отсюда вытащу, чтобы, наверное, использовать, либо взять с собой. Ой, как же он мне нравится, обязательно я его себе закажу, когда у меня поменьше всего будет. Ну и здесь тоже различные какие-то штучки. Так, это все обратно убираем мы с вами и переходим дальше к другой коробочке. Здесь коробочка, все, что у меня касается лица, умывания. Это недавно пришли у меня от Bio Beauty пробнички. Потом очень у меня была в полной версии. Люблю вот эту вот пенку, хорошая она от Etude House. Отлично снимает весь макияж, кожу не сушит. Гидрофильное масло от Innisfree, обычное масло, то есть как бы мне нравится. От Биаре не поняла ничего особенного, тоже самая обычная сыворотка для умывания, для снятия макияжа. Ну, наверное,
наверное, возьму с собой, но ничего прям такого особенного нет. Не пробовала Тавен очищающая вот такая вот пенка обязательно. Скоро до нее, наверное, дойду. Мицеллярка какая-то из вот этих поедет со мной или совсем миниатюрочка. Наверное, совсем миниатюрочка со мной какая-нибудь поедет. Здесь Виши, Авен, Ларош-Позей. Потом тоже умывалки, Инисфри, Биодерма, Тальго. Ну, в общем, вот это все здесь у меня и лежит. Поехали дальше. Средств становится все меньше и меньше. Это очень меня радует. Дальше, шампунь для жирных волос, это вот он лежит, сейчас нужно протереть, у меня весь пылится, это корейская косметика, 400 мл, черный шампунь, но отлично волосы вымывает, поэтому даже не знаю, конечно, на это все ссылки не буду оставлять, поэтому, пожалуйста, ставьте на стоп-кадр и посмотрите, если вас что-то заинтересует. От Эльсеф новенький лежит, взяла на скидке, это мой самый любимый шампунь. Шампунь из вот таких вот покупных, именно вот этот, который создает объем для густоты волос. Очень нравится запах, как вымывает волосы и какими живыми он их делает, и как будто бы немножко утолщает даже. Скраб, который нужно добить от Faberlic. Я сейчас отхожу от таких скрабов и, наверное, даже не буду покупать, потому что делаю в основном сама себе скрабы, но об этом, наверное, попозже как-нибудь расскажу. То, что тоже нужно добить и не понимала я, это неоджин, это с вот такие вот подушечки, пропитанные вином, ну, то есть, как бы здесь кислота, да, ахокислоты тоже, и получается такой пилинг, не понимала, потому что ждала, что лицо будет облазить, но в итоге поняла, что, наверное, в комплекс и все это работает, кожа гладенькая, приятная, но именно это средство не самое дешевое, я не буду его покупать, потому что такого прям супер какого-то эффекта не увидела. Далее, это опять-таки крем для похудения, антицеллюлитный, один с охлаждающим, другой с разогревающим эффектом. Сейчас посмотрю на сроки годности, у этого прошел, значит, выбрасываю. А у этого еще срок годности у нас... А, тоже прошел, и этот я выбрасываю. Все, безжалостно идут они у меня в мусорку. Даже если, я так думаю, что в пустых баночках вам показывать не буду. И, честно сказать, я ими даже не пользовалась, потому что в свое время, зачем-то, когда начинала бегать позапрошлом году, или даже 2-3 года назад, короче, не помню, я их накупила, и вот они лежат. Буду освобождать место. От Skin Food вот такая вот масочка. И эта маска у нас идет с кунжутными семечками. Она разогревающая. Да, это вот такая разогревающая маска. Я ее люблю наносить перед какой-то супер очищающей маской, чтобы кожа на лице сначала прогрелась и поры открылись. И вот этот тепловой эффект, она не жжет, она просто дает тепловой эффект. Этим она мне нравится. Ну, даже не знаю, второй раз, наверное, все-таки не взяла бы, не супер впечатлила прям. Гель для душа, ну, их нужно, наверное, выбрать тут все, хотя я не дотянусь. Все тут меньше, ну, 1/3 каждого. Это у нас это питательный. Он действительно питательный, с миндальным молочком, приятный аромат. Очень нравится вот этот смягчающий, потому что пахнет натуральной такой клубничкой. Это все Faberlic, серия La Creme. У меня кроме одного нового геля есть все. От Faberlic вот такой гель для душа, типа он идет с афродизиаками, но, если честно, ничего здесь такого нет. Самый обычный гель для душа. Очень люблю их парфюмированные гели для душа различные. И вот этот аромат мне тоже, в принципе, нравится. Такой интересный. Он, сейчас даже я его послушаю. Он такой немножечко взрослый и оттеняющий. Вот я не знаю, что вы подразумеваете под словом оттеняющий, просто без контекста. Придающий какой-то шарм даже. Вот, я вам в первой части говорила о Дермаи, остальное мой уход. Это умывалка, и об этом будет отдельное видео, кислотная умывалка. От кафе красоты, одной из моих самых любимых марок, как вы уже поняли, маска. Хорошая, укрепляющая маска, абсолютно натуральная, абсолютно натуральная. Очень советую вам ее взять и попробовать. В первой части показывала, один тюбелек был, вот этот уже почти заканчивается. Это от Faberlic, у меня с
спрей, лед для лица. Ну, я воспринимаю это как термальная водичка. Единственное, у нее, повторюсь, есть такой аромат. От Faberlic. Вот это все, наверное, у меня... Нет, вот этот скраб у меня открытый. Новый я вам показывала в этой же части. Это у меня стоит в ванной. Нужно сейчас отдельно убрать. Крем для ног. Это мои самые любимые кремы для ног. Они у меня лежат про запас от Faberlic. Они отлично напитывают кожу, делают мягкую на ножках. Просто обалденные. И маска, она похожа, но только, наверное, еще более питательная. Очень советую вам это приобрести. Ой, это вообще у меня в аптечке лежало, не знаю, схватила. Ну, да ладно, это от Faberlic вот такой вот крем с термоэффектом. Когда я потянула мышцу какую-то, что-то болит, продула, я использую вот этот крем, еще есть сос. Они обалденные. А, вот же. Вот он, сос для активных людей. Девчонки, я вам очень-очень прям советую. Это домашняя аптечка Faberlic. Что один, что второй. Вот этот сос вообще творит чудеса, когда что-то болит. Если вдруг он тоже имеет такое разогревающее действие, вы наносите. Здесь что у нас? Благодаря комплексу из продуктов пчеловодства, экстрактов жгучей ванили, экстракту дерева тика и маслу чайного дерева стимулирует кровообращение и устраняет... симптомы переутомления. Даже если ножки устали, наношу. Прям супер-супер, очень советую. Крем-дезодорант для ног, фитомедика. Уже думаю, срок годности прошел. Нужно выкинуть здесь вообще немножечко. Гель для ног гигиенический. Вот такой абсолютно не делает ничего. Поэтому я его выкидываю. Так, давайте теперь дальше смотреть. От Brafi. Я просто обожаю вот эти вот носочки. Это когда у вас облазит кожа. Если не забуду, оставлю ссылку. У меня много лет назад было прям отдельное видео. Года 3 или 4 назад. Это супер просто. Я их постоянно заказываю. И, ну как постоянно? Я делаю где-то сейчас раз в полгода. Поддерживаю педикюр именно с помощью этих носочков. Маска, к сожалению, которую теперь мне сказали на iHerb купить с доставкой к нам нельзя. Nubian Heritage. И это была маска для глубокого... Ну, есть восстановление, они есть для увлажнения. Но это просто супер маски. Но, если честно, мне она уже не нужна. Потому что волосы мои уже такие плотные. Маски не воспринимают. Но если у вас поврежденные, это просто спасение. И можете достать, рекомендую. Крем для рук от Neutrogena. Вы знаете, он такой своеобразный. Он немножко силиконовый. И я его сначала не понимала, а потом мне он стал нравиться. Он пленочкой ложится на руки. В принципе, впитывается быстро. И такой вот защищенный какой-то эффект. Неплохой, но не совсем то, что я люблю. От, по-моему, я видела... Еще несколько лет назад у Светика секреты лучших здравниц СССР. Я помню, я в магазинах у нас не могла найти. Мне так было интересно что-то попробовать от этой фирмы. И в итоге мама мне купила вот такой вот шампунь для всей семьи и бальзам для роста волос. То есть это вообще из разных серий. Я сейчас использую. И как раз таки вот у меня в ходу именно они. Я примерно обычно 2 недели пользуюсь чем-то одним, потом другим. Вот так вот как-то чередую. Очень мне нравится. С первого раза вымывает, очищает мои волосы. То есть именно у меня волосы довольно-таки жирные. На 2 дня мне хватает эффекта. Бальзам хорошо смягчает, но я сейчас наношу только на кончики волос. Волосы блестят, и они опять-таки больше с эффектом объема, более пушистые, нежели такие приглаженные. Ну, мне сейчас больше нравится такой... В принципе, эффект. Так, это нужно взять с собой. У меня вот такой увлажняющий бальзам для тела с маслом карите. Пробнички вытащу из упаковки и как раз возьму с собой. Кидаю в пакетик, который я уже начала складывать все, что я беру с собой. Добить нужно от Санты. Кстати, абсолютно Санте, может быть, абсолютно натуральный состав у крема для усталых ног это. Но, знаете, не дает эффекта, чтобы снижение было какое-то там ощущение тяжести в ногах. Такого ничего абсолютно нет, но состав натуральный и просто неплохо смягчает. Второй раз не купила бы. Все-таки самый любимый, как я уже говорю, у меня от Faberlic пока на данный момент. Добить нужно, терпеть не могу вот такие... аэрозольные какие-то дезодоранты. Это Faberlic просто с моим любимым ароматом от них инкогнито. Но здесь, наверное, на раз-два нужно прям добить. Вообще у меня в косметичке спортивной лежит после занятий. Наношу после душа
Это опять-таки в моей спортивной гигиеничке просто перелила в такой удобный дозатор. У меня здесь для интимной гигиены гель спортивный, опять-таки косметички. У меня лежит, у меня лежат салфетки для снятия макияжа. Кстати, от Эльф очень мне нравится, и сейчас я их положу, чтобы взять с собой. Точно, вот так вот я и сделаю, я их возьму с собой. Это будет самое мое главное, основное, первоначальное очищение. Наверное, даже мицеллярку брать не буду, но они прям классные. Вот, закинула их. Дальше добить нужно это Синео. Использую для ног, а не для рук. Никакого запаха не дает, тоже классное средство. Это нужно добить мне. Следующее. Ну, давайте в этой коробочке, наверное, пороемся. Здесь у меня вот такие вот, кстати, почему-то так и не сделала, масочки для губ, патчи от Faberlic, альгинатная антивозрастная маска от Faberlic. Это у меня лежит в шкафчике, то, что я хочу прям поскорее использовать. Маска для глубокого очищения, тоже надо воспользоваться, крымская косметика. Так, Салкосерил, оставлю ссылочку на видео с эффектом ботокса, маска обалденная, но вот этот уже пропал, надо выкинуть. Не помню, для чего мне Ламизил, но что-то я им использовала, 1%, по-моему, на пятнышки какие-то я мазала. Эритромицин, тоже было что-то против прыщей, срок годности прошел, выкидываю. Вот такая умывашка-малютка у меня от была в коробочке 36 Best, как-то так она была, да. Надо взять с собой. Здесь множество у меня вот таких вот, ну уже не так много, недавно делала, кстати, от Faberlic альгинатных масочек. У меня они все, и мне они очень нравятся. Я вам рекомендую. К ним идет вот такой вот спрей-активатор. Но он как-то называется. Да, он так и называется, спрей-активатор. То есть наносите альгинатку, сверху закрепляете этим спреем, поддерживаете этот эффект. Очень, кстати, мне реально они нравятся, я вам советую. Маска для лица, увлажнение и тонус. Такой пользоваться не буду. Не знаю, зачем брала. Я ее отдам кому-нибудь. Маска мгновенная, вот такое тоже не очень я люблю, коэнзимы молодости, это отдам. Маска с зеленой глиной очищающую оставлю, хотя нет, вот эти я как раз возьму с собой. И альгинатная от Шери, кстати, надо сделать. Так, да, вот эти вот масочки я закину, чтобы взять с собой, вот так и сделаем. А вот эту даже не знаю, может тоже, ладно, с этим я сейчас еще подумаю. А вот это пока обратно. Ламизил не так давно покупала, пусть пока лежит, поэтому не выкидываю, со сроком годности у него уж все в порядке. Так, давайте дальше, я сейчас все тут притяну к себе. Опа, о, мои банки начинают виднеться, банки, я прикалываюсь. Так, это кстати, фирма. До 2018 года это мне присылала тоже Гея. И это, да, по-моему, же она присылала. Но фирма, по-моему, это другая, не помню. Нет, это другая, да, вот у меня есть, я использую вовсю Линз. Это фирма ее подружки, кажется, я уже точно не помню. Натуральное мыло постоянно у меня в ходу, я им именно купаюсь частенько, кстати. И сухой вот такой вот шампунь против перхоти, пока лежит, слава богу, перхоти нет, пусть пока лежит, но нужно использовать. И вот такое вот хозяйственное мыло, у меня их было очень много, и вот осталось сейчас только 3, потом постоянно использую, сейчас, вернее, начала использовать, было даже жалко открывать, крымская натуральная косметика, но начала, одно уже достала себе с овсяным там этим, вот смотрите, разные вот такие вот, ну, кипариста написано, лаванда, вот у меня нет вот этого овсяное, и остальные, я им, кстати, лицо мою сейчас, подсушиваю себе прыщики, прикольная тоже такая коллекция. Вот эту масочку, ну, наверное, не буду брать с собой. Обычно, когда ресницы собираю, снимать, делаю паровой эффект. Но ничего особенного, она меня, ну да, немножко расслабляет. Для самолета будет такая масочка неплохая. Но сама бы не купила бы. Блин, лежат и лежат все у меня вот эти вот, как они называются, я не помню. Коконы шелкопряда. Нужно уже использовать. Вот нужно прямо использовать реально. Не пробовала никогда, даже не знаю. Моя любимая серия мятный шоколад от Faberlic. И вот пена. Скоро она у меня закончится для
ванны и терпеть не могу вот этот вот счастливые моменты лаймовой зарядки для душа. Использую как пену для ванны, но она идет тоже как пена, вот буквально тоже, наверное, на разок. Вообще ненавижу прям такой отвратный аромат. Бе-бе-бе. Так, это у меня вот интересная история случилась. Это густое бразильское масло. И здесь вышел срок годности, я его хотела выкинуть. Но тут вдруг я начала им пользоваться. Мне вообще оно не нравилось. Но в итоге оно у меня было полное. Вы знаете, никак не повлияло на качество. Но факт в том, что это классное, густое, какое-то антицеллюлитное масло, которое я наношу и утром только в душе смываю. И оно есть на теле, и кожа вот на самом деле подтягивается, поэтому я думаю, что это планета органика, как оно у меня вот это закончится для похудения. Я, скорее всего, куплю его снова, поэтому нет. Несмотря на срок годности, я его добью. Вот это не знаю, откуда у меня вообще Бел Косметикс, крем для ног. Открыла, попробовала, вообще не понравился, слишком красный перец. Он не согревает, ничего не делает. Очень такой текучий, жидкий, какой-то непонятный. Короче, отдам кому-нибудь. Мне не нравится. Лакрим тонизирующий с грейпфрутом. Кстати, после спорта люблю с собой брать вот этот гель для душа в тренажерный зал. Я их постоянно меняю. Всегда у меня есть вот этот. Это как раз-таки то, что я вам показывала от L'Occitane. Вот он у меня всегда в спортивной сумки есть, спортивные косметички, и какой-нибудь еще обычно беру по настроению. Разогревающая маска против выпадения волос, очень похожа на маску от Силенцин, прям рекомендую от Faberlic, она отлично прогревает кожу головы, супер, обалденно средство, уверена, что помогает для роста волос. В косметичке у меня опять-таки спортивной лежит вот такой вот тоник, здесь у меня в этом дозаторе, в этом тюбике именно тоник, это Тайрс у меня еще, да, остатки Тайрса, очень люблю очищать кожу и просто распылять. Какой-то детский крем, не знаю, что он у меня лежит, он мне не нужен, поэтому я его тоже кому-нибудь отдам, нафига он у меня, не знаю. Мой самый любимый березовый пилинг для душа, раньше использовала в качестве только наносить, чтобы как антицеллюлитный для ног, сейчас на все тело, просто обожаю, буду теперь покупать все время, что-то я в него влюбилась. От Avon кто-то мне дарил вот такой гель для душа, тоже периодически использую, но раньше в студенческие годы я их постоянно разные брала, у меня Avon ассоциируется, я не была, не занималась продажей, а наоборот именно сама покупала. Так, и давайте последнее. Все, мы с вами уже, у нас финиш практически. Сейчас я дотянусь. Еще одна маска для ног от Faberlic, чтобы понимали, у меня их куча. Зачем-то набрала про запас, боялась, что они закончатся. Вот этот крем для ног мне понравился меньше, восстанавливающий от Faberlic. И во второй раз я не взяла бы, самый обычный, да, питательный, но ничего особенного. Еще один яичный шампунь, как я вам говорила, их два, но никому не отдам, самой нравится, добьем. Вообще не рекомендую вот эти вот от Faberlic шампуни, все вот в таком тюбике, кроме вот этого для глубокого очищения, они отвратные. В итоге мы их используем, либо малышей купаем, либо на челку. Мы с мамой обе челку с утра моем, и вот для этих целей, то есть капля шампуня там уходит... Конечно, очень-очень долго. А вот этот мне понравился. Он черного цвета, и он реально для глубокого очищения, потому что вы прям такое ощущение, как будто бы, вот как я делаю, если соляной пилинг для кожи головы, после этого шампуня такое же ощущение, что кожа головы прям дышит. Гель для душа от Natura Sibirica. Я в основном, я его как-то не люблю, ароматы, поэтому, когда я делаю, беру кофе, жмых, добавляю туда этот гель для душа и добавляю масло, эфирное масло апельсина, и вот таким вот образом копаюсь. И последний от Faberlic гель для душа из серии La Creme. Вот это, наверное, самый любимый, кокосовый, он такой нежный, с приятным ароматом, и он очень увлажняющий, поэтому я его обожаю. Вот это я так и не пробовала, это смесь сухих трав для очищения кожи, это тоже косметика Линз, это все, что тоже мне присылала пару лет назад, кажется, девочка, оно все до 2018 года, поэтому нужно в этом году обязательно все это использовать, оно у меня еще лежит. Фикс прайс покупала вот такие вот смеси масел, нужно тоже воспользоваться, почему бы и нет. Потом всегда беру от Faberlic
я, вы знаете, по пустым баночкам больше, наверное, даже не буду показывать. Для интимной гигиены крем для рук не понравился. Это мне серия очень нравится, штрудель с мороженым. Но именно у крема для рук неприятный аромат каких-то мышей, состаренных носков, вонючих, потных. Вот такой аромат. Но по эффекту он нормальный, но запах не нравится. Поэтому использую только дома сейчас и хочу скорее добить. И вот такой вот дезодорирующий крем для ног от Faberlic, про который, честно говоря, забыла. Я сейчас поставлю, чтобы утром им пользоваться. Итак, давайте я, наверное, вытащу сейчас все то, что мы с вами, что у нас с вами уходит, и покажу вам. Ну вот, девчонки, это то, что я разобрала, это то, что я либо выкидываю, либо частично, буквально несколько средств я отдам. И надеюсь, что вы смотрели мои видео про пустые баночки, в которых я показала огромное количество средств, которые я уже разобрала и которые я решила отдать. Там было много средств для лица, для волос, для тела, тоже всякие кремы, какие-то средства, я уже тоже точно не помню, шампуни, по-моему, тоже, пенки какие-то, но про волосы будет отдельно, здесь нет у меня средств уходовых, это, вернее, не уходовых, а будет по декоративке я, скорее всего, сделаю видео, про гаджеты различные еще сделаю видео, много чего, и все, что я буду разбирать, я про все вам хочу рассказать, потому что я свой дом хочу очистить. Как бы то ни было, конечно, сначала вы видели, это была огромная куча всяких средств, но мне кажется, перебрала все, что действительно мне не нужно, а все остальное я просто не планирую покупать нового, использовать это все, и мне хватит еще надолго. Всем спасибо за просмотр, напишите, пожалуйста, вдохновило ли вас мое видео и побежали ли вы точно тоже срочно разбирать свои полки, приводить в порядок и... Вообще расскажите, покупаете ли вы что-то про запас или стараетесь, чтобы у вас был один шампунь, один крем, то есть один какой-то уход, крем для рук один, крем для ног один, или вы любите все-таки какое-то разнообразие. Мне вот будет реально интересно почитать именно девчонок, которые не блогеры, а которые вот живут самой обычной жизнью. У меня есть, честно, такого огромного, как сейчас, разнообразия. Ну, сейчас я не скажу, что это прям огромное, но немало всего у меня не было, когда я была не блогером. Когда стала блогером, я стала намного больше всего покупать, а сейчас я хочу перестать это делать. Делитесь своим опытом. Всем спасибо за просмотр. До новых видео. Пока-пока!